Қонақлар, сізді сәнғат дүниесіне ғошық болған боршамызды да Балны шәһәрінде көрген біз бик те шатпыз. Здравствуйте, участники культурно-образовательного проекта Вторая академия фонда Владимира Спивакова «Дети детям Татарстан». Хореографический коллектив «Дети солнца» Янатулина Азалия, Ольга Рыскина из Берланской школы искусств. Благополова Анастасия, Богуминский дом техники. Арнасов ансамбль танца «Пируэт», город Лениногорск. Аглояров Алишер, Альметьевский музыкальный колледж. Турецкого Наталья Попова. Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена, Государственного училища духового искусства, Государственной классической академии имени Маймонида Евгений Петров. Вот, вы знаете, я такой с некоторой опаской, мы ехали довольно долго, потому что какие-то шли грузовые машины, и я уже водитель говорю, слушай, как-то мы не вписываемся в час. Он говорит, ну, час 25. Ну, в общем, через полтора часа мы приехали, вот, я подумал, да, дальняя дорога-то, Таллин-Медвежская, и что нас тут ждет, что такое бавлы, что такое бавлы. И вот мы сюда приехали, и вы знаете, какое-то ощущение радости, вот естественное ощущение радости, праздничное настроение. Я вдруг почувствовал, что люди живые, хорошие, неравнодушные, они трепетно вошли сюда. И дети, вот так называемый пресс-подход, всегда проходит пресс-подход, там стенды с нашими афишами, и там пресс-подход. И я смотрю, там дети с народными инструментами. И один самый маленький, самый большой блок, ну, биг балалайка, так сказать, да? И сразу стало так как-то хорошо. То есть понятно, что это такое. Вот. Я сейчас выдам такую вам небольшую государственную тайну. Максим, можно, да? Максим. Конечно. Да, спасибо. Вот мне ведущий главный разрешил, поэтому мы сегодня утром встречались с Наилем Магановым, Наилем Фатовичем. Ну, вам не нужно объяснять, что такое Маганов и что такое Татнефть. И вы знаете, что меня поразило? Он потрясающе органичный, естественный, вот то, что я называю живой человек.